И вот что я хотел бы сделать далее. Обратиться к другим библейским свидетельствам о Боговдухновенности. И в первую очередь, я хотел бы обратиться к свидетельствам Иисуса. И я должен признаться, что этот курс я преподавал ранее много-много раз и говорил о свидетельствах Иисуса. Но затем, когда я работал над написанием книги о доктрине Писания, я понимал, что я должен включить раздел о свидетельстве Христа насчет Боговдухновенности Писания. Я прочел труды разных богословов, которые пишут об этом, и что я обнаружил, все они ссылались на одно, два, но, может быть, три текста из Писания. И все. Я подумал, ну уж наверняка таких текстов больше. Писание больше говорит о том, как Христос воспринимал Писание. И речь не идет о двух-трех текстах Писания. И вот эта глава в моей книге была бы очень маленькая, если бы я разбирал всего два или три текста Писания. И как мне кажется, эти тексты не полностью показывают, как я помню то, что Христос говорил о Писании. Поэтому я решил кое-что сделать. И это то, чего я раньше никогда не делал. Я до этого много-много раз читал Евангелие, но я никогда не читал их до этого с целью выписать все то, что Иисус говорил о Писании, и то, как Он использовал Писание. И вначале я думал, ну я просто прочитаю Писание и отмечу каждый стих, где Иисус говорит вообще о чем-либо. И я это сделал. И затем я решил сделать следующее, пересмотреть все эти стихи и вычеркнуть те, в которых Иисус не говорит о Писании, а также о том, как Он использует Писание. И я это сделал. И после этого у меня осталось огромное количество текстов, не вычеркнутых. Я их все перечитал, и я был просто поражен тем, что я увидел. Меня все это очень порадовало. Я бы хотел, чтобы и вы сделали нечто подобное. Поэтому одно из заданий курса как раз и заключается в том, чтобы перечитать Евангелие и посмотреть на то, как Христос использовал Писание и что Он о нем говорил. И позвольте мне предложить, вот когда вы будете это задание выполнять, вместо того, чтобы читать каждый день одну, две или, может быть, три главы, почему бы не попытаться прочесть одно Евангелие за один присест? Конечно, потребуется больше, чем 15-20 минут. Но я думаю, если вы не прочтете сразу большой отрывок Писания, то вы получите лишь небольшие фрагменты того, что говорил Иисус. Но если вы сразу прочтете много глав, то я думаю, вы просто будете поражены. Лично я для себя нашел это чрезвычайно удивительно. И вот в результате всего этого я хотел бы поделиться с вами некоторыми моими наблюдениями. Я не уверен, что у нас есть время, чтобы все их посмотреть, но я бы, несомненно, хотел бы остановиться на самых важных моментах. И вначале я хотел бы сказать следующее. Все это на самом деле очень важно для нас. Потому что, в конце концов, если спросить каждого из нас, в чем суть христианской жизни, я думаю, большинство из нас ответит, что суть в том, чтобы быть как Христос. Так? Мы должны стать подобием Христа. Но если мы хотим быть подобием Христа, то в какой-то степени это подразумевает, что мы будем мыслить, как Он, поступать, как Он. Если Он что-то любит, то и мы должны это любить. Если Он что-то ненавидит, то и мы должны это ненавидеть. Поэтому важно, что Иисус думает о Писании.
И что становится крайне важным, когда вы начнете читать Евангелие, это увидеть, что Иисус на самом деле любил Писание. И более того, становится очевидно, что Писание было тем, чем был наполнен его разум. Вот если вы посмотрите на учение Иисуса, то очень редко он говорит что-то, не приводя одну или две цитаты из Писания. И понятно, что во времена Иисуса Писанием был Ветхий Завет. Ну что ж, давайте пойдем дальше и посмотрим, почему же Иисус так любил Писание и так повиновался Ему. И начну я не сколько с цитат самого Иисуса или о Нем, хотя, конечно, речь пойдет о Нем, но я хотел бы начать с разговора о характере Евангелия. Когда вы прочитаете какое-либо из Евангелий, у вас создается ощущение, что есть несколько основных допущений, которые принимаются по умолчанию при написании этого документа. И что же это за допущения? Что ж, вот одно из них. Каждый иудей знает Писание. Они могут с чем-то не соглашаться, не знать всех подробностей, но они его знают. Что ж, язычники, ну, кто-то из них знаком с Писанием. Другие, как представляется, многого о Писании не знают. И так как в Евангелиях записана жизнь Иисуса, которая включает как встречи с иудеями, так и с язычниками, хотя по большей части с иудеями, то вполне разумно предположить, что у них было некое представление о Писании. И более того, у них было не просто некое представление, их разум в какой-то степени был пропитан им. Во всяком случае, они знали Писание. И это означает следующее. Когда Иисус, к примеру, начинал рассказывать притчу, он мог цитировать или ссылаться на какой-то текст из Ветхого Завета, и нигде в Евангелии ничего не говорится о том, что после того, как Иисус окончил свою речь, кто-то поднял руку и задал вопрос. «Вот, Иисус, ты сослался на Исаию, а кто он такой?» Ничего подобного никогда не происходило. Кто этот Адам? Аной? Я никогда о нем не слышал? Нет, ничего такого. Кроме того, что становится очень-очень ясным, это то, что если Писание о чем-то говорит, то на этом оканчиваются все споры. Да, конечно, в каких-то случаях у Иисуса и его слушателей могут быть разные мнения по поводу того, о чем говорится в Писании, в том тексте, который он процитировал. Но никто никогда не говорит, ну, знаешь, это текст в Ветхом Завете, ну, это просто человеческое измышление, и вообще его не следует принимать всерьез. И знаете, что класс? Даже сатана знает Писание. Откуда я это знаю? Что ж, потому что он цитирует его, пытаясь искусить Христа и вести его в грех. И сатана, хотя он и знает Писание, пытается извратить его, сделать его ничего не значащим. Но заметьте, когда Иисус ответил на искушение сатаны, то он процитировал другой текст Писания, и на этом конец. Сатана не попытался оспорить ответ Иисуса, не попытался сказать, ну знаешь, этот текст неверный, или это не часть Писания. Так что есть такое допущение, что неважно, насколько вы религиозный человек,
Если вы иудей, вы знаете Писание, и вы соглашаетесь с тем, что, что бы там ни было написано, у нас могут быть разные мнения насчет толкования, но само Писание — истина. Это самый веский аргумент, веский довод в любом споре, и каждый должен жить в соответствии с этим. Да, в наши дни все совсем по-другому. Ведь сегодня... Неважно, с кем вы разговариваете, с иудеем или язычником, если вы начнете цитировать Писание, то в ответ увидите недоумение на лице собеседника, потому что он не имеет никакого представления о том, кто, скажем, такой Моисей, или Исаия, или Даниил. Но даже если не знают о них, то многие спросят, а почему я должен верить в то, что они говорили? И знаешь, то, что об этом записано в Писании, ну, для меня это совсем ничего не значит. Так что во времена Иисуса все было совсем-совсем по-другому. И я нахожу для себя это все чрезвычайно удивительным вот по следующим двум причинам. Во-первых, как вы думаете, сколько людей в то время могли похвастаться наличием копии Писания? Это было задолго до изобретения печатного станка. Что ж, возможно, были копии каких-то отдельных книг Писания, какие-то свитки. У ученых был доступ к этим свиткам. Кто знает, сколько было таких копий? И даже если были копии всех книг Ветхого Завета, у каждого иудея, который жил во времена Иисуса Христа, и у каждого язычника, большинство людей в то время не умело читать. Итак, как могло быть, что люди, в большинстве своем не имевшие копии Писания, и даже если бы имела, не умела читать, откуда у них такое благоговение перед Писанием и знание его? Что ж, очевидно, что они серьезно относились к заповедям и книгам Моисея, к заповеди о том, что отец, глава семейства, должен был учить своих детей, должен был позаботиться о том, чтобы его дети знали Писание, должен был учить и наставлять их. Итак, как я уже сказал, такова атмосфера Евангелий. Она сильно отличается от нашего времени, и очень удивительно, если вы задумаетесь об этом. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.